Впервые за всю историю работы на форуме, я уж не сбил со счета, сколько лет форум существует, я впервые все три дня присутствую от и до. В этом смысле достаточно продуктивно. Во-первых, ну, удобно с точки зрения логистики. Во-вторых, действительно очень содержательные дискуссии. Мы с самим фондом Сколково вчера подписались о создании так называемого парка городских технологий. Это речь идет об умных сервисах, это смарт-сити. И мы в начале следующего года здесь создаем большую площадку, полигон. И на жителях, которые будут заезжать в начале года в сам технопарк, мы уже начнем работать с новыми сервисами. Это будет полигон новых решений. Вот. Но одновременно в части своих проектов у нас очень много глобальных проектов, таких как монорельс, который мы свой разработали и на площадке, на нашей площадке в Подмосковье уже испытываем. Открытые мастерские — это большой коворкинг с оборудованием, где можно мейкеру сделать практически все, что угодно. Ряд промышленных проектов для производства строительных материалов, оборудования. Собственно говоря, по этим дискуссиям, по площадкам удалось, как обычно, на форуме открытых инноваций встретиться с теми, с кем обычно в Москве, чтобы встретиться, нужно потратить несколько недель. Во-первых, верить в то, что у нас все получится, потому что, к сожалению, часто, когда что-то чуть-чуть даже не получается, первое, на что обращаешь внимание, это некие такие слова, ну вот, как обычно, вот опять у нас ничего не получается, вот что-то не так. На самом деле, все это мелочи, надо верить в то, что получится, и, на мой взгляд, вообще ключ – это открытость и коммуникабельность. Поэтому основное – и работать. Сейчас особенно такое время, когда надо пахать и днем, и ночью.